Всем добрый день. Всем добрый день. Опять очередные посылочки из Китая. Одна чуть побольше оказалась, одна поменьше. Такая компактная, но я так думаю, вы поймете, когда я открою, почему и что это, и для чего расскажу. И покажу, в принципе. Смотрите, HCF-переходник идет с HDMI до micro HDMI. Я когда-то лоханулся и купил себе планшета. И хочу все-таки я попробовать, чтобы отказаться от компьютера. И смотрите, у меня есть такая штука из Китая, так же самое. И у нас здесь есть вход. Одну секунду я камеру отодвину. И увидим, или включается оно, или втыкается он хотя. В принципе, я все правильно засовываю вроде. Но что-то туго. Ага. Втыкнулся, в принципе. Ну, знаете, туго. Что, в принципе, куча по идее, из кабелем включаете, и картинка будет идти к телевизору. Я не знаю, что я чуть-чуть попозже что сделаю испытание. Если все включается и все классно, то покажу вам и расскажу, что, куда и как. Но это такое в перспективе, что в принципе втыкается действительно туго он и конкретно. Вот я включу с автоматом Windows, чтобы включался, и попробую к концу включить автоматом вам. И видео есть. Включается Windows, я так думаю. Если включается, не знаю, что-то не захотело. Аккумулятор все-таки, я так думаю, сел. Ну ладно, это все отменяется на попозже. И вторая посылочка оказалась чуть-чуть побольше. Чуть-чуть оказалась все-таки порвана у нас. Но в любом случае придется открывать. Я специально по чуть-чуть аккуратненько буду открывать, чтобы кинжалом, что в принципе здесь внутри должна быть сумка женская и черного цвета. Ну просто, знаешь, китайцев я стремлюсь, что внутри здесь может быть. Так, смотрите, есть. Ну что, в принципе, упаковка супер, что претензий ноль. Смотрите, одни пупырышки идут. Так, еще чуть-чуть, наверное, я камеру отодвину, чтобы вам было чуть-чуть получше видно. Но секундочку. Есть. Открывается так упаковка. Два. И снова открываем специально мешочки. Ну, смотрите, что в первое впечатление смотрится супер. Что действительно, вот я не знаю, или вам видно, но впечатление, ну что, из кожи типа сделан. Открываем в кармашек. Что у нас здесь в кармашке? Бумажки. Увеличить объем, что в принципе, если захотели, или кошелька впихнули, или денежку сюда. Здесь оказалось чистенько, я так думаю, чуть-чуть интереснее было бы, если бы что-то было. Здесь у нас чисто идет. Здесь сумочки для спины и карманчик есть. Кстати, оптимально телефона впихать сюда. Из-под низу у нас в принципе специальные стойки идут, чтоб если захотели и ставили. И ребята, автоматом открываем его. Что у нас будет внутри? Ого! Оказались от китайцев подарки есть, и еще какая-то хрень. Ну, это пупырышка с воздухом. Знаете, что честно, в жизни я все видел, но в такого цирка что первый раз еще. Смотрите, пупырышка идет, что в принципе сумочка по качеству оказалось классненько. Здесь, смотрите, опять же есть такие отделения для телефона. И еще что-то засунуть можно. И есть еще кармашек изнутри идет, тоже с какой-то штучкой. Так, из подарок, что у нас оказалось? Что писав Topo Shine. Одну секунду. Открываю. Я так думаю, для карточек эта штучка идет, чевизитница. Я не знаю, для чего это, но в принципе, бесплатно и в подарок, то я так думаю, всем комфортно будет осознавание, что оказалось бесплатно. В принципе, сумка, первое впечатление вообще супер. Я так думаю, что куча для девушек комфортно и удобно будет, и тем более, что классная цена. У нас на Украине она цена где-то 900 гривен, а здесь она обошлась
типу, це обошлася в 500 гривень. Що, в принципі, якось все класно і красиво смотриться. Що, вдруг питання буде, то спрашуйте, я всім буду відповідати, типу, це по возможності. Ссылка в описании будет. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока.